Нет, конечно, оттенки преступности, если мы возьмем не примитивную преступность, изнасилование, грабеж, разбой, конечно, есть определенные национальные или донациональные особенности. Наркотики. В нашу страну их привел Горбачев. Все наркотики шли через Ставрополье. И в то время, когда я руководил определенной службой в Советском Союзе, сотрудники мои, которые этот путь определили, приехали в ЦК партии, в комитет партийного контроля, а там уже сидит Михаил Сергеевич, и на нашем отворот-поворот дали. Значит, есть, безусловно, определенные линии, пути самых различных направлений. И наркотики, и какие-то еще вещи имеют свою особенность, свое направление из разных стран. Сегодня на Россию направлена разрушительная деятельность очень многих и очень многих, я бы сказал, стран даже. Но пока нам удается, я говорю, нам в стране в целом, сдерживать эти вещи. Пока. Думаю, что будет это и дальше. Вне зависимости от того, будет ли Путин продолжать управлять страной или не будет. Общая линия сегодня такова, что кто бы ни пришел, Путин когда-то все-таки служит свои полномочия, кто бы его ни сменил, общая линия такова, что мы стараемся защитить государство от подобного рода явлений.